В Одинцовском городском округе к концу года планируется сдать в эксплуатацию 2 дошкольных учреждения и отремонтированную поликлинику номер 1. Реконструкция медицинского учреждения осуществляется в рамках региональной программы строительства объектов социальной инфраструктуры за счет бюджетных средств Московской области. Проектом предусмотрена реконструкция 4-этажного здания поликлиники и пристройка 6-этажного корпуса. Площадь здания после завершения всех строительных работ составит более 11 тысяч квадратных метров. Помимо этого, в Трехгорке появится школа на 1350 мест. Отметим, что для микрорайона Новая Трехгорка долгожданная школа является объектом высокой социальной значимости.